Fight Camp Reality – первое реалити-шоу об ММА. 16 альфа-самцов в одном здании. На кону 5 миллионов, и каждый из этих монстров заряжен на победу. Но останется только один. Смотри по ссылке в закрепленном комментарии и в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании. Павел Гордеев и Мухаммед Коков в клетке – это легкий вес. Стартуем. Сходу Павел начал давить, забрал инициативу, но Мухаммед решил не отдавать парню первенство и сам пошел вперед с мощными ударами. Раз за разом Коков залетает на ближнюю дистанцию с хорошей серией ударов, и Гордеев отвечает уже реже. Но взорвался Паша и сам уже начал накидывать. Хороший плотный бой, ни один из бойцов не желает отступать, и в этом раунде происходит настоящая битва характеров. Кинул Гордеев колено в прыжке, но мимо, и сконтрил Коков, переведя поединок в борьбу. Но там никаких дивидендов для Кокова, только пропущенные по голове локти и снова клинч у сетки, а в итоге и выход на дистанцию на последние 30 секунд. Близкий раунд, концовку, кажется, забрал Павел, но это не точно. Второй отрезок Гордеев начал первым номером, тихонько оттесняя клетки Кокова. Но Мухаммед каждый раз отгоняет Павла, взрываясь с плотными панчами. Рубились бойцы полторы минуты, а дальше попытка борьбы от Кокова. И клинч по инициативе бойца из Адыгеи. Не получилось у Мухаммеда оформить перевод, и снова стойка, где хорошо попадают оба бойца. Опять попытался Коков подключить борьбу, но сконтрил Паша, оказавшись по итогу в топ-позиции сверху. В борьбе Гордеев отлично контролировал Мухаммеда и продержал того внизу до самой сирены, прикарманив пятиминутку. В третьем раунде немного осторожничали бойцы поначалу. Важный раунд, никто не хочет ошибиться. Бросился в борьбу Коков и смог таки стянуть Павла. Однако, рискуя, отдав спину, поднялся Гордеев и снова стойка, а именно клинчу сетки с топ-позиции для Кокова. Жесткие плюхи съел Гордеев и решил зайти в борьбу. Залетел он ноги Кокову и оформил перевод, но быстро поднялся Мухаммед, а дальше попытался взять шею Гордеева, Коков на гильотину. Но выбрался Паша из захвата, вернувшись на дистанцию. А в стойке началась реальная рубка, где оба бойца закидывали очень плотные панчи. Пропустив несколько ударов, пошел в борьбу Коков, но безуспешно, и последние 10 секунд бойцы завершили в рубке. Ждем решения судей, крутой бой, оба достойны. А судьи постановили победу в этом плотном бою отдать Мухаммеду Кокову. Бой был и правда равный, наше поздравление Мухаммеду. Паша, ты красава. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях, ссылка на все в описании.